Добрый день. Сегодня мы рассмотрим очень интересную головоломку. Она в своем роде уникальная. Я не видел аналогов ни в серийном производстве, ни в кустарном, каком-то самодельном. То есть если на 7 на 7 еще Мастер Морфикс руками кто-то делал, то на 8 на 8, а это Мастер Морфикс 8 на 8, я не встречал. Возможно, есть, если есть, то поправьте меня в комментариях, но я нигде не видел. Код товара SY008, изображение Мастер Морфикса. Производитель не рекомендует детям младше 6 лет знакомиться с этой головоломкой. Возможно, это опасно для их психики. Открываем. Тут, естественно, нет инструкции, был только вот полиэтилен. И вот он, Мастер Морфикс. Компания Сэнксо, ранее Шинкшоу, уже выпустила с 2 на 2 по 8 на 8 все Мастер Морфиксы. Этот я ждал и купил сразу, как только он появился в продаже. Но так как в последнее время мне приходило очень много головоломок, а времени на все не хватало, почему-то я его отложил, так как он требовал большого внимания. И вот на днях я его перемешал, собрал, и теперь можно уже снимать анбоксинг. Понятно, что здесь не будет уже ничего удивительного по сравнению там, с теми же 6 на 6 и 7 на 7. Можем визуально сравнить. Детальки стали еще чуть помельче, а сам Мастер Морфикс чуть покрупнее, ну, не намного. Если мы сравним с 6 на 6, то уже кажется, что значительно. Пластик такой же матовый, как в последнее время делают во всех Мастер Морфиксах эта компания. А ранее, как мы помним, был глянцевый. То есть 2 на 2 по 5 на 5 у меня в глянцевом пластике. Я здесь собрал именно от Сэнксо все Мастер Морфиксы. Хотя 4 на 4, 3 на 3 и 2 на 2 у меня есть и от других производителей. 3 на 3 мне больше нравится у YJ, но для наших целей и этот тоже подойдет, он вполне хорошо вращается. Напомню, что Мастер Морфикс 3 на 3 это shape mod обычного кубика Рубика. Но есть некие особенности, которые появились за счет того, что изменилась форма. Появились псевдопаритеты. И стало немножко посложнее собирать. Нужно ориентировать центры. Немного по-другому собирать верхний слой. Алгоритмы-то все те же, но из-за того, что есть похожие элементы и не всегда понятно, какая у них правильная ориентация и правильное расположение, алгоритм сборки чуть-чуть отличается. Если брать, к примеру, мой метод для начинающих, для кубика 3 на 3. По Мастер Морфиксам я в ближайшее время постараюсь записать обучающее видео, не знаю, насколько меня хватит. 2 на 2 тоже есть, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и дальше как пойдет. Не факт, что быстро, но я буду прикладывать усилия в этом направлении. Давайте посмотрим, чем же нас удивит 8 на 8, кроме своего монументального размера и большего количества слоев. Вращается он неплохо. Сравним с 7 на 7. Чуть, наверное, помедленнее. Но 7 на 7 я собирал большее количество раз. И по сравнению с 8 на 8 кажется уже таким маленьким. 6 на 6 вращается примерно так же, как 7 на 7. И детали кажутся чрезмерно крупными. Что важно, давайте сразу с недостатков. Во время сборки у меня отделялись кусочки некоторых деталей, а именно красных ребер. Вот этих вот. То есть мы видим, что при определенном повороте вот эта деталька полностью освобождает вот эту крышку. И здесь таких ребер 3, и на двух из них эти крышечки выпадали во время сборки. Я сейчас насильно это сделал, чтобы продемонстрировать, что происходит. То есть это совершенно случайно, просто крышечка выпадает и лежит. Только из двух и только из красных. Такой недостаток есть. Можно либо подклеить, либо подложить бумажечку. Я пока ничего для исправления не делал.
клей всегда все решит, и смысла заглядывать сюда внутрь, наверное, особого нет. А магнитный мод для этой головоломки вряд ли нужен, да он здесь и не поможет. Обратно вставляется достаточно легко, и если вот эту деталь перекрывает какая-то другая, то ничего не попадает. Так случается только если сюда подходит маленький уголочек, и она может высвободиться, да и то не каждый раз. Это что касается минусов. Также вполне очевидно, что если мы перемешиваем этот Master Morphix, то нужно совмещать слои для того, чтобы сделать следующий поворот. В таком состоянии мы не повернем. Так, совместили, и можно делать следующий поворот. Слегка даже режет углы головоломка, но не так, чтобы сильно. Чаще клинит из-за того, что слои не совмещены. В хаосе деталей легко запутаться, и может казаться, что головоломка клинит постоянно. Но на самом деле нет. Всегда увидишь, что один слой не докрутил, и в этом вся проблема. Превращается Master Morphix в страшное совершенно, ну, не более страшное, чем другие Master Morphix. Что касается сборки, здесь я собирал дольше, естественно, трудность здесь только в последнем центре. Но опять же, здесь работают алгоритмы из обычного 8x8, ну, если вы умеете собирать 6x6, здесь это тоже поможет. Если первые 4 центра собираются стандартным образом, то 2 последних я собирал примерно так. Сначала 4 центральных элемента, потом как бы Т-центры крестиком, уголки следующего слоя, и еще потом вот эти Т-центры, да, на каждом, и уголки центральные. То есть так вот слоями. Какие алгоритмы я для этого использовал? Ну, все те же самые для больших кубов. То есть, к примеру, надо поменять два каких-то центра. Делаем что-то вот подобное. Да, и центр отсюда переходит сюда, а этот переходит сюда. Мы в обычной сборке кубиков больших не замечаем, что перемещаются 3 центра. Вот сейчас показалось, что их 2 переместилось. Но на самом деле это именно так. Сейчас я вот зачем-то ребра попортил. Но так это еще можно их и не портить. Давайте какой-нибудь другой. Ну, третий. Так. Так. Вот, видимо, чистую перестановку. То есть типы этот элемент, ну, уголки собираются обычными лурными рыбками, как и на более мелких Master Morphix, да и разных головоломках, где это требуется. Ну, если требуется собрать что-то внутреннего слоя, давайте где-нибудь на оранжевом-белом посмотрим, то мы берем внутренний слой, поворачиваем, выдвигаем, возвращаем, ну, стандартные бигкубовые коммутаторы, и можно менять. Но опять же, этот элемент пошел какой, вот этот пошел сюда, этот сюда, а вот этот сюда, и перемещение вот этого сюда мы и не заметили сейчас на обычном 8x8. А на Master Morphix как раз вот это движение отсюда сюда в конце сборки часто приходится и применять, так как на этом в центре перемещаются 2 элемента, а на этом только один. Ну, здесь можно выдумывать разные стратегии сборки. Я собрал один раз, и у меня получилось это так. Собирал 2 дня, так как на первый день уже пошел в ночь. Там где-то ошибся и размесил 2 последних центра, их пришлось собирать заново. Ну и сегодня дособирал, и вот записываю это видео. Если вы хотите самый сложный Master Morphix, а он еще и четный, а значит на нем есть паритеты, которые решаются не как обычно на других головоломках. Ну, OLL еще можно как-то купировать, а PLL нужен уже специальный алгоритм, либо предотвращать паритет. Но это умение можно рассматривать как отдельный этап сборки, и возможно когда-нибудь я сделаю видео о том, как это делать, когда сам полностью разберусь.
А пока все обучающие видео выйдут, наверное, без этого. В общем, если вы хотите самый сложный мастерморфикс из имеющихся, то 8 на 8 отличный вариант. Но опять же, учитывая, что вы остальные тоже умеете собирать. Если вы в принципе не умеете собирать мастерморфикс, то за эту головоломку лучше не браться, будет очень тяжело. Нужно освоить 3 на 3 и хотя бы 4 на 4. А так, это отличная коллекционная головоломка с удовлетворительным вращением. Не скажу, что оно отличное, оно удовлетворительное. Да, есть какие-то мелкие дефекты, что детальки отваливаются, но в целом вращать можно, но нужно быть внимательным. Будем ждать 9 на 9. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.